И снова здравствуйте. И сейчас у нас идет видео кормление нашей ежихи Флоры ее любимым лакомством. В качестве лакомства служит так называемый мучной червь. По настроению она может есть как личинок, так и куколок. Но не жуков, не взрослых жуков. Поэтому вот для нее у меня кормушечка. И сейчас мы высыпем червячков. Они быстро привлекут ее внимание. Да, Флора? Флора. 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 Флора, Флора, Флора. Они не сильно откликаются на клички, поэтому... Вот сейчас будет. Сейчас я научу, да. Можем смотреть, какие у нее лапки. Тоже когтистые. Кстати, она их стачивает об свой деревянный домик. Неужели наелась? Флора. Наелась? Для нее некоторый стресс. Забралась на салфетки. Будешь еще есть? Нет, наелась. Видимо, этого количества для нее многовато. Хотя почему-то все равно идет на запах. Ну, ладно, мы ее не будем сильно нервировать, стрессировать и вернем обратно к себе. Сейчас только возьмем его. Она любит колоться, поэтому лучше как можно осторожнее использовать обе руки и не хватать вот так вот. Опа. Вот, Флора. А вот ее домик. Опа, 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 опа. В качестве субстрата служат опилки. Вот такой деревянный домик укрытием. Кошачий корм, колесо, игрушка. Все, что нужно для жизни ежа. Вот только клетку бы побольше, а то пространство погулять маловато. Что несколько компенсирует такое большое колесо. Кстати, в темноте она вполне способна его крутить. Вот она вылезает. По какому принципу она лазит, я не могу никак догадаться. Ну что ж, мы возвращаем Флору к себе. Обязательно закрываем. И оставляем ежа наедине с самой собой. До новых встреч. Берегите своих животных.